Так, первый пошел. Проверяю сейчас ходом тут такого. Они не стали рисковать. Штурман должен хватанул, когда залетал, походу. Потому что он белый дым и вода с выхлопной летела. Сейчас прочкается, поедет. Так, ну началась Нива, открытая категория. Самая, в принципе, зрелищная категория. Ну, в эскафоне все самые зрелищные. Эмоции просто тьма. Сейчас три машины уже проехали, как вы видели. КБР. Ну, я все не знаю. Так что не буду перечислять, это третья вот поехала. Так, пройдемся по трассе по всей. Попробуем поснимать хоть понемножку, показать. Сгорели уже. Кавказское солнце печет. Сегодня тепло на улице. Так что все способствует тому, чтобы досмотреть гонку до конца. Ладно, смотрим. На нас здесь пока побудем на воде. Кто-то еще едет. Ну, пока водную преграду проходят все. Четвертая машина поехала. Давай, давай, давай. Вот тут уже все. Тут уже тянет, затягивают бороться. Давай, 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 давай. Езжай, езжай, езжай. Воды полный салон. Всю трассу обойти невозможно. Но мы постараемся обойти. Ребята молодцы, постарались, а на славу. Говорят, около 5 километров она, трасса. Ну, она не скомпонована, протяженность у нее по кругу. Поэтому длинная, кажется, трасса. Ну, мы постараемся все обойти, показать хотя бы по кусочку, понемножку. А потом уже самое интересное место возьмем. Если успеем до конца гонки найти самое интересное место, то будем там снимать. Ну, тут, конечно, походить придется. КБР уже пошли. Те три машины уже на второй круг пошли. А старт еще продолжается. Стартует машина. Тут, конечно, места неописуемой красоты. Там низина, где они стартуют. Наверх выезжают. Вот туда, на самый верх. Там прудик какой-то. Они по нем проезжают. Вот она, вода стекает. Тут болото получается. Они по болоту проезжают. Как так? Наверху вода, внизу вниз стекает, как бы, и там в пруду она стоит. Ну, природа делает свое. Сейчас кто-то он там сзади уже проезжает водную преграду.
Сейчас встанем уже здесь на обороте. Посмотрим, как здесь проходят. Ну, первые машины прошли в легкую, смотрю. Не лебедились, а ну, накопают тут, наверное, хорошо. Кстати, кто смотрит видео, можно будет посмотреть еще. Может, поедем и в горы. Пока в командировке в этой. Так, где-то газует за спиной. Где-то на воде, походу, стал. Раненько сейчас встанем. Поснимаем. Так, ну вот, на горизонте появляется с водного барьера Нива Шевроле. Экипаж. Не знаю, кто, даже гадать не буду, чтобы не ошибиться. Едут хорошо. Ну, долго проезжали водную преграду, поэтому... Ого! Ой, какая грязь тут! Давай, 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 пока едет, едет, едет. О, я даже не ошибусь. Горбушины у них был, у вас бирюзовый. А теперь они на Ниве Шевролет, в Ниве открытые. Я даже их знаю. Так что, тут я не ошибусь. Ну вот, так, следующая Нива беленькая. Она, по-моему, уже второй круг едет. Давай, давай, давай. Ой, красиво. Так, этих не знаю, хлопцев, кто такие. КДР на второй уже круг пошли. А есть еще люди, которые первый не сделали. Эти на второй пошли. Абаза, абаза. Давай, 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 КБР сам вышел, сам, красава, без лебедочки. Но, как всегда, на высоте. Ну, чтобы никого не обидеть, все согласны, что КБР нормально валит. Ну, конечно, в шали они сломались два раза. А вот и горбушины. И получается, они поменялись местами. Теперь штурман-пилот, а пилот-штурман, если я не ошибаюсь. А я, скорее всего, даже и не ошибаюсь. Так, это кто у нас? Абаза? Давай, а ну, давай, ходом. Не, не получилось. А ну, тут кто? Давай, залетишь ходом. А тут-то ходом. Без проблем. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Показались парни с Осетии, вдалеке прошли водную преграду, сейчас вниз спустятся и на вторую водную ждем. Вот они, что-то у них задымело. Красавцы. Калоевы фамилия. Хорошо. Хорошо они едут. Прощупали все трассы уже и повеселее пошло дело.
уже круги идут у всех нормально.
Ah!